В субботу в Афрянове отметили День рабочего поселка под говорящим названием «Мой любимый край». В честь праздничной и торжественной даты для всех жителей подготовили настоящий сюрприз. Состоялось важное и значимое событие – открытие новой детской площадки в парке усадьбы Фрянова. Дело в том, что данную игровую зону граждане, в особенности самые маленькие, ждали давно. И глава городского округа Щелково Андрей Булгаков сделал жителям такой приятный подарок. Один из парков городского округа Щелково – это предусадебный парк во Фряново. Относительно недавно мы начали благоустройство данного парка. И как только жители увидели, что идут новые движения, конечно, они обратились к главе с просьбой о том, чтобы в усадьбе появилась детская площадка. На самом деле было очень большое количество обращений к Андрею Алексеевичу. И по его поручению сегодня появилась эта площадка. Юные жители Фрянова, для которых и была оборудована новая комфортная игровая площадка, остались очень довольны. Ведь здесь есть все необходимое для увлекательных игр с друзьями на свежем воздухе. Горки, лестницы, канатная дорога и еще много чего интересного. Что тебе нравится больше всего? Мне нравится все в ней. Горки, ну и все, что тут сделали. Мне очень понравилась площадка. Особенно голки. Я очень за детскую площадку. Для ребят подготовили также яркую и веселую анимационную программу. Герои из мультфильмов и сказок пели песни, танцевали с малышами и помогали им исследовать новую и красивую детскую площадку. На этом праздничная программа в честь Дня рабочего поселка Фрянова не закончилась. Для всех гостей подготовили концертное выступление артистов, которые спели различные хиты, подарив пришедшим хорошее настроение в этот осенний день. До седьмой лепесток, а дождь на окнах рисует, напоминая о твоих поцелуях. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.